Итак, Оуэн. Он. Вперед.
Я знаю, что ты здесь, Оуэн. А если... На что я иду ради тебя? Богом клянусь, только дыхни с трека стекло. Так, рюкзак твой тут. Это кровь? Эй, Оуэн!
ты здесь? Ну, конечно. Оуэн. Ну, он и сволочь. Айзек прислал тебя. Не он. А это что? Разбираю, чтобы потом починить. Ясно. Хочешь? Нет. Как знаешь. Дэнни мертв. Ясно. Скажи, что там случилось? Зачищали один лагерь, лишь пара шрамов, и я врезал одному сильно, и он упал. Оружие было рядом, но он его не взял. Он взглянул на меня. Он был старый, усталый. Он ждал. Смерти. Я убивал шрамов. А этот... Я не смог. Конечно, Дэнни как с цепи сорвался. Я сказал, все. Сам добивай, если хочешь. Он на меня пушку навел. Я ее схватил и... Сперва я и не понял, в ком из нас пуля. Ты защищался? Брось. Я помогу. Я схожу к Айзеку. Я устал, Эбби. Не хочу защищать то, что мне нахрен не нужно. Отправлюсь в Санта-Барбару. Это же слухи. Я их слышал не раз. Цикад искать глупо. Их нет. Это след. И надо рискнуть. А как же Мел? Останется здесь. Ладно.
поговорим утром, как проспишься. Не надо. Что? Говорить со мной, как с психом. Ты все понимаешь. Если цикады и впрямь в Санта-Барбаре, я бы бежала оттуда подальше. Что? Ничего. Это разумно. Серьезно. Да, и что мне делать, Эбби? Искать людей, которые убили моих родных? Мучить их? Я могу пытать их, пока они не начнут... Эбби. Сраные дети. Надо вытащить их, пока не поздно. Какого черта я делаю? Они же шрамы. Все. Были они. Черт! Я точно видела фасада. А
крайней мере, он жив. Я слышал, она решила воздерживаться от еды и питья. Бедная женщина. Она их растила. Она их воспитывала, но некоторых только могилы их брали. Не дать ей уйти! Идёт!
Я тебя найду, мать! Надеюсь, они еще там.
О, черт. Пацан, вы еще тут? Ближе не подходи! Это я! Прости. Ну, как она? Я подвину руку. Давай-ка сюда. Куда ты ее несешь? Пошли. Что ты делаешь? Я даю ей шанс. Тащи все медикаменты, какие есть. Элис! Лев, опусти лук. Не бойся. Эбби, кто это такие? Они спасли мне жизнь. Можешь ее осмотреть? Элис, сидеть. Это Яра. Чем били? Молотком. Но это не я. Положите ее. Чувствуешь? Яра? Нет. Я хотела промыть ее и попробовать. Кость раздроблена. У нее компартмент-синдром. Что это значит? Руку придется отрезать. Она солдат. Как она без руки? Если оставим, начнется гангрена. Что угодно, только помогите. Пожалуйста. Что тебе нужно? В идеале пила, нить, зажимы, антибиотики. Только ничего этого у нас нет. У нас есть ножи, огонь. Отрежем и прижжем. Она умрет от инфекции. Составь список. Я схожу в больницу и добуду все, что нужно. Мне все равно. Да не в тебе дело, она столько не продержится. А если я проведу ее туда за 2 часа? Больница псов, да? На западной стороне? Как? Мы построили мосты в небе, чтобы обходить затопленные районы и ваших солдат. 2 часа у нее есть? Я думаю, да. Пиши список. Стой. Ты серьезно? По этим мостам ходят шрамы. Их посылают только небольшими группами. Ты слышал? Небольшими. Это опасно. Лев. Да направит тебя она. Да хранит тебя она. Эбби. Эбби. Эй! Что? Ты сперла мои ключи? Извини. Мы можем поговорить? Говори. Зачем ты это делаешь?
Послушай, она только пришла. Ну-ну. Она ничего не знает про вчера. Мне все равно, что было вчера. А мне нет. Который? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.